Итак, дорогие друзья, РМА, с нами продюсер Иосиф Пригожин. Иосиф, скажите, секрет успеха популярного продюсера, успеха вообще? Трудолюбие, знание, настойчивость. Без этих качеств трудно быть продюсером. Дело все в том, что нужно не бояться, если тебе откажут. Нужно зайти второй, третий, четвертый раз. Принцип «вижу цель, не вижу препятствий». Только такой принцип работает. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю вам удачи, хорошего настроения, дай Бог здоровья и мира над головой. Чтобы нам не мешали развиваться, и мы своими успехами делали все, чтобы вами гордились и гордились нашей страной. Удачи!